Поздравляем, поздравляем и еще раз поздравляем. Телевидение Казанского федерального университета празднует год. Год вещания в интернет-эфире. Год – это срок небольшой, это возраст младенца на самом деле, но мы уже уверенно стоим на своих этих молодых ножках, потому что уже целый год мы вещаем в прямом эфире, круглосуточно, мы выдержали некое испытание времени, хотя сделано немного, предстоит гораздо больше.